Эта война уже началась. Соединенные Штаты начали Третью мировую войну. Они захватили фактически Афганистан, оккупировали Среднюю Азию, оккупировали весь Персидский залив сейчас. Новая цель – Ирак. Наши врачи морально готовы. И кроме того, у нас есть дополнительные запасы еды и огромные цистерны с питьевой водой. Война глазами ее будущих жертв. Я сегодня просил у Аллаха того, чтобы нас не бомбили. Мне не нужна эта война. Я еще не забыл 91-й год. Сегодня этим людям на руки выдали оружие. И выдали настолько много, что полиция начала опасаться вооруженных ограблений. И тогда Саддам издал приказ мародеров расстреливать на месте. «Последняя война Саддама». Фильм Дмитрия Штокового. «Новый век». Завтра вечером на нашем канале. Им есть что вспомнить. В первом классе я был влюблен в Олю Павлову. У меня были волосы. Какие-то все хорошие такие были. Обзывали как угодно. Я помню это страшное волнение, когда нам дали Кока-Колу. И мы боялись, что мы все опьянеем сейчас. Головокружительное путешествие во времени. Даже боюсь, что премьерный спектакль не так волнителен. Такое чувство, что мы только вчера расстались. Однокашники. Как я рад каждому из вас. И уж тем более все вместе. В среду вечером на нашем канале.